Город Моши, Танзания, после восхождения Килиманджаро, 3 февраля 2013 года. Вот такой город Моши. Да, и гостиница, даже не помню, как я забыл. Интересно, автобусы какие побитые. Курица ходит. Мужчина во дворе что-то стирает, видимо, в бадье какой-то. Интересно. Я в лоджии. Сейчас покажу гостиницу. О, тарелка. Серьезное дело. Вон тут мужчина, другой сидит, отдыхает. Наша гостиница. Два домика, один двухэтажный, другой. Трех получается, четырех. Такая гостиница. Большая лоджия. С утра в 5 утра начал читать молитву. Во весь голос разбудил нас какой-то мула. И потом начали бить куранты. Видимо, в церкви какой-то колокол. Сейчас я сходил, посмотрел, сделал фотографию. Интересная очень церковь. Собирается много-много местного населения. Молятся. Похоже на католическую, но без всякого такого убранства. Вот куры ходят прям по крыше, кудахчат. Вот город такой. Там вот центр, в центре, говорят, все продают. Меня там вчера вытащили из кармана очки, дешевые, правда, слава Богу. Слава Богу, что ничего. А вот церковь, вот этот крест. Там дальше мечеть, вот это он, наверное, там орал с утра в 5 утра. Ну, вот вкратце все.